Титулованный кавалер Ордена Славы Гутник Василий Васильевич. Родился 10 декабря 1921 года на хуторе Каменско-Бионковичской волости Республики Беларусь. В родном хуторе окончил 4 класса начальной школы. В 1933-м переехал с семьей в село Лопайск Западно-Сибирского края, позже в поселок Октябринка Кемеровской области. Трудился на местном совхозе Суртаиха в должности тракториста. В ряды Красной Армии был призван в октябре 1941-го, а уже в декабре направлен на фронт. В ходе военных действий участвовал в боях под Петрозаводском, Москвой и Сталинградом. При форсировании реки Висха 5 августа 44-го в лодке доставил боеприпасы на левый берег. На следующий день, заменив выбывшего из строя наводчика, уничтожил пулемет, мешавший продвижению союзного стрелкового подразделения. 11 сентября при отражении атаки фашистов в районе населенного пункта Воловицы-Кента Василий Гутник в составе расчета подбил 2 вражеских танка. В бою за расширение плацдарма на левом берегу реки Одер вместе с бойцами уничтожил 2 пулемета, дав возможность стрелковым подразделениям выбить противника с железнодорожной станции. В феврале 45-го в боях за город Браславу сержант Гутник вывел из строя 3 пулемета и 2 взвода вражеских солдат. Свой боевой путь завершил после разгрома брасовской группировки противника. За боевые заслуги был удостоен медали за отвагу и стал полным кавалером Ордена Славы. В 1946 году был демобилизован, но продолжил службу в армии. Лишь в 1967 году ушел в отставку. Жил в городе Киселевске. Работал проходчиком в шахте «Красный Кузбасс». Умер Василий Васильевич Гутник 5 августа 1994 года.